Hola, amigas! Сегодня я решила приготовить соус гуакамоле. У нас как-то не принято в домашних условиях готовить всякие там соусы. В нашей русской кухне этого нет. Поэтому мне очень захотелось научиться, что же это такое. Авокадо у нас тоже овощ такой на любителя. Вот кто-то любит его, а кто-то и нет. Вот надо, думаю, попробовать сделать что-то из этого. Кажется, я где-то тебя видел. Мне снова кажется, везде твоя улыбка. Для того, чтобы приготовить этот авокадо, я что, значит, приобрела? Авокадо, лайм, перец болгарский. Нашла, наконец-то, я чили. Раньше сначала зеленый нашла, а вот буквально вчера нашли мы в магазине, по городу ездили, нашли красный. Значит, помидор. И вот еще лук взяла. Ну, там, где я читала про этот соус, там, значит, говорят, что нужен лук такой не острый. Вот. Для этого салата я взяла лук крымский, он называется ялтинский, он сладкий, салатный. Видите, какая у него форма интересная? Он фиолетовый и форма такая плоская. Вот, очень вкусный лук. Мы его из Крыма привезли. Вот, попробуем сделать, значит, этот салат, соус гуакамоле. Для начала разрежем авокадо. Не знаю, насколько он спелый. Это еще проблема у нас купить этот авокадо. Не везде он есть. Вот. Так. Как показывали. Так. О, сразу отделилась. Так, забыла ложечку взять. Сейчас. Так, значит, ложкой вынимаю этот авокадо в чашку. Он как хорошо выходит. Даже интересно. Прямо как масло сливочное. О, здорово. Вот. Так. Советую сразу лаймом полить, чтобы не потемнело авокадо. Значит, попробуем. Делаю, как советуют. Так. Так, теперь, значит, надо его как-то вот немножко такими кусочками сначала. Даже, наверное, не ложкой, а вилочкой лучше. Так. Вот. А теперь попробую толкушкой. Это у нас такая толкушка для картошки. Сейчас я попробую у нее вот так. Так, что-то как-то не очень круто. Довольно маловато, наверное. Размяли авокадо. Так, теперь порежем лук. Так, порезать его надо мелко. Так, вот порезали мы лук. Кладем сюда. Так, теперь возьмем перчик. Немножко. Лук порежем. Порезали мелко перчик сюда. Так, теперь, теперь попробуем, наверное, чили. Но боюсь, у нас такое острое, это не очень едят. Сейчас попробуем немножко красного и немножко зеленого.
Вот. Говорят, самое острое в перце – это его семечки. Да, ну здесь их как раз, можно сказать, нету. Вот. Сейчас семечки удалим. Вот и все. И порежем. Миленько. Ну вот, порезала я перец чили красный и зеленый. Но решили мы попробовать с дочерью, что же острого в нем. Зеленый особой остроты мы не почувствовали. А вот в красном сердцевина была жгучая. Да, мы поняли, что значит перец чили. Мы его никогда не употребляли в пищу, но вот теперь попробовали. Вот. Кладем сюда. Так, теперь, значит, помидорину. Возьмем, наверное, половинку. Вот. Вот, порезали помидоры. Сюда. Так, и осталось, наверное, сейчас чесночок я сюда положу. Одну штучку. Посолим, поперчим, так, что-то такое красивое получается. Попробуем на вкус. Может быть, соли надо будет добавить. Так. Сейчас пробуем. Да. Перец чувствуется, соли маловато. Интересный вкус. Жжется? Да, жжется, да. Но не так, чтобы сильно. Вот. Теперь будем знать, как, с чем это авокадо приготовить. А то ведь как там делала на Новый год. По-моему, на Новый год салат, по-моему, с авокадо. Что-то как-то не пошло. Вот. Ну вот, друзья мои, все как по рецептуре делала, старалась. Вот получилось гуакамоле в моем исполнении. Значит, это самое... Выглядит, конечно, наверное, что тут может быть я... По вкусу вот перца чили особо не чувствуется. Но есть пикантность такая, язык немножко жжет. Ну а так, это самое, выглядит аппетитно. Давайте теперь попробуем. Вот сын сходил, специально купил чипсы кукурузные. Сейчас мы их откроем. Вот. И попробуем. Так, сначала соленькую надо взять. Так. Вот. Так вот, для красоты. Красиво. Надеюсь, вы оцените. Приятного аппетита. Сейчас мы еще попробуем с дочей. Так. Доча у меня за оператора. Так, держи. Не-не-не, давай ты первая. С чипсами, да. Вкусно. Интересный вкус.
Обувь.